Друзья, доброе утро! Вы на канале Custom Truck. И сегодня мы решили сравнить два легендарнейших грузовика ЗИЛ-157 и ГАЗ-66. Начнем мы с того, что попробуем поперетягиваться, потом проверим геометрическую проходимость. Ну, так, слегка, вот здесь у нас в канаве. А после этого отправимся в болотистую местность и посмотрим, как там поведут себя эти крутейшие грузовики. Просто настолько легендарные, что слова и эмоции здесь неуместны. Начинаем. Шансов у шиши и нет. Фу, блин. Ну что, шансов у ЗИЛа, к сожалению, нет. Если честно, я думал, что у него будут хотя бы минимальные шансы. Но, как сами видите, просто я скубу. Надеюсь, у меня передний мост работает. Кстати, что-то он даже не буксовал. В принципе, ЗИЛок уже пытается стягивать шишигу, но она закапывается и... А у тебя она глохнет или ты просто выключал... Кстати, не может вытягивать. Вот, не вытягивает, да? И глохнет, да. Ну, значит, у тебя передача просто чуть выше на шишиге, чуть быстрее, да. Первая пониженная. Ну, результат, я не знаю, пишите в комментариях. Примерно одинаково. Сейчас попробуем геометрически немножко их повывешивать, посмотрим, что они там покажут. Оба испытуемых справились с этой задачей. Сейчас попробуем еще сместиться чуть дальше, чтобы попробовать еще вот немножко поиспытывать их. Левым колесом я буду. Давай, да, бегом. Бегом, бегом. Левым колесом едь по этому следу. В этом испытании, как вы сами видели, проехала и та машина. Дальше здесь, если сдвигаться уже за предельные углы въезда, я просто не хочу мять сзади баки в шишиге. Но, если честно, то ЗИЛ впечатлил. Вот я думал, что он здесь не пройдет уже, если честно, глядя, как шишига так ехала. Поэтому не будем терять время. Сейчас передвигаемся в болото и попробуем на болотистой почве поиспытывать наши аппараты. Обязательно перед этим спускаем колеса. Ну вот до такой степени спустили в шишиги. Это уже показывает где-то 0,3 там примерно. Вот.
там чуть побольше, но стоит кривовато, в общем. Хотелось бы, конечно, чуть побольше их спускать, но чуть страшновато. Зелки тоже, вот они просели. И здесь. Это вообще на пределе уже такое. Итак, первое небольшое препятствие. Здесь мы ездили на зелке. Первое едет шишига. Сейчас проедем на шишиге все наши места. ГАЗ-66 вообще не испытывает никаких проблем здесь. Подсохло, блин. ГАЗ-157 реабилитируется. Почва подсохла, конечно, это уже не то. Да, совсем не то. Почва высохла, прошло 4 дня примерно, и видите, как высохло все. И мы, к сожалению, не можем проверить уже возможности. Выезжаем, сейчас попробуем там ехать, где мы не могли ехать на зелье. Вообще не могли. Чисто ехали на лебедке. Речушечка здесь, переезд, через который мы никак не могли на 157-м переехать. Сейчас попробуем на шишиге. И после этого попробуем еще раз на 157-м, чтобы убедиться и проверить. Еще раз, едет он здесь или нет. Все, шишига тоже застряла. И нифига не едет. Так, парни, что здесь растет? Камыш. Это что означает? Нельзя ехать. Вытащили шишигу, сейчас я сделал Лёше наставление, газ в пол, топтать все, что есть. Вторая пониженная, я думаю, сейчас проедет шишига. Ну почти прорвался. Бетеровская резина прет шишигу.
понравилось, Леша? Что, жарко? Ты же кондиционер включил. Очень жарко, друзья, на улице в районе 32, я думаю. Но шишига прорвалась, но... Мостом она била мостом. Да, она сейчас пробила дорогу 157-му, и может быть он, конечно, пройдет. Будем пробовать. Зацепимся лебедкой, протянемся. Я примерно предполагал, что так и будет. Ну, точнее, был уверен. Но ради чистоты эксперимента, скажем так, я все-таки решился на зелке сюда рвануть. Ну, ничего, сейчас помучаемся немножко, вытянемся. Правда, очень жарко. С помощью лебедки всю дорогу ЗИЛ тянулся лишь на лебедке. Ой, хорошо как. Мы приехали на озеро купаться. Поедем обязательно. Сегодня хорошо, вообще ветра нет, купаться сегодня самое то. Это жарко будет походу купаться. В смысле жарко купаться? Да потому как на улице жарко. Так это хорошо. Да ты уже, блин, нырни сюда в эту колину. Чуть-чуть, я буду готов нырнуть. Сейчас пойдем поищем новый путь здесь, чтобы нам не возвращаться туда на лебедках, тянуться, это все мучиться. И заодно у нас будет еще одна дорога, дополнительная какая-то. Вот, поэтому отправляемся вглубь кустов. Решили попробовать на шишиге проехать по новой дорожке. Здесь очень заболочено, но, возможно, мы проедем. Все-таки шишига заряжена хорошо и едет хорошо тоже. Так что пробуем сейчас новую дорожку. Шишига. Стой. Блин, сели. Левая сторона провалилась вся. Идет спасатель наш. Ух, надеюсь, мы сейчас выедем. Друзья, сейчас будем пробовать шишигу вытягивать. Так. Ну давай пробуй, я же не чувствую, не вижу. Оп, начинает идти. Идет. Плохо идет. Тело опять. Проверь лебедку, Леш. Выйди, проверь лебедку.
Я сижу опять. Сматываем тросы, цепляемся в сцепку и лупим, пытаемся прорваться домой по старой дороге, на которой буксовали. Силы на исходе. Фух, в общем, лебедка начала разматываться. Ну ладно, здесь уже проедем. Это просто капец. Ну все, чуть не чуть мы прорвались, бляха, ух. Лебедка бедная, как ей тут досталось, это капец. Все, выезжаем на базу. Друзья, мы с Лешей идем с озера, это не просто так, дело в том, что грузовики мы кинули на базе, сил уже просто не было, и поехали на озеро. Спасибо, что были с нами, вам хорошего настроения, только хороших людей на жизненном пути, всех благ, и всем пока.